Прокурор области Нургалым Абдиров и представитель уполномоченного по правам человека в Жамбылской области Берикбул Байхожаев встретились с осужденными. На личном приеме в исправительном учреждении под номером 59 были заслушаны жалобы и озвучены пути решения. На сегодняшний день прокурорами проведено в общей сложности 144 личных приема. 10 вопросов нашли свое решение. В исправительном учреждении номер 59 отбывают наказание более 700 осужденных. Максимальный срок лишения свободы здесь – 18 лет. В ходе данного мероприятия было принято 7 человек. Исправительные учреждения Жамбылской области обеспечены камерами видеонаблюдения. Представителями прокуратуры на постоянной основе камеры проверяются. Цель таких встреч – соблюдение прав осужденных, а также решение их каких-то личных вопросов. Это не первое мероприятие. Оно проводится в рамках проекта «Сенем маршрут». Проводится личный прием. Эта работа будет продолжена и в будущем. После личного приема прокурор области провел обход в исправительном учреждении, проверил бытовые условия осужденных, рабочие места и камеры видеонаблюдения в исправительных учреждениях. Стоит также отметить, что в этих учреждениях установлены специальные терминалы подачи заявлений. Ильдар Гизатуллин, Канат Бахатулы, Айканат Парад.